Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, с вами канал Life Таро Надежда, и это видео, которое пришло, идея этого видео, которое пришло в прошлом, ссылку на то видео я оставлю в прикрепленном комментарии, это будет самый первый, очень-очень постараюсь не забыть, да, и себе внушение, Надя, не забудь, оставь комментарий, также в комментарии будет ссылка на мастерицу, браслеты, которые я периодически надеваю, повдохновляться, да, посмотреть то, что могут делать люди своими собственными руками. И, кстати, Света, это ее бизнес, это ее работа. На заметку тем, кто думает, а чем бы мне заняться. Почему нет, как идея, как творчество, можно и себя реализовать, вот, и в то же время сделать эту работу для себя основной. Итак, крик его души. Колоды я оставила все те же, что и в прошлом видео. Это оракул полной луны и это таро стая ворон. Возможно, это видео будет продолжением, поэтому я оставляю ссылку. Возможно, это видео будет совсем отдельной темой. Посмотрим, как пойдет. Я сама еще тоже не знаю. И давайте, в любом случае, мы начинаем с оракулов 22 старших аркана. Аркан Таро. Я уже беру одну карту. Эта карта будет лежать до конца расклада. В конце расклада мы посмотрим и поздравим. Я как-то еще прокомментирую то, что я вижу, потому что иногда в условиях аркана есть подсказка, точнее подсказка, да, по каким условиям это может свершиться быстрее или какие условия, нюансы могут тормозить исполнение вашего желания. Но так или иначе, угадав аркан, прочувствовав его и сделав все правильно, а как все сделать правильно, об этом я рассказываю вот в этом видео. В самом начале, и если все сделано так, как нужно, спойлер небольшой, это мы исполняем свои желания, то ваше желание сбудется максимально быстро и максимально точно. Что, давайте начнем. Начнем смотреть, что происходит с вашими отношениями или в ваших отношениях на данный момент, чтобы вы смогли понять, это ваш расклад, нужно вам его смотреть или нет. Итак, сорваны маски. Маски сорваны. Здесь карты показывают. Здесь смотрите, какая складывается неприятная ситуация. Маски сорваны, и вы понимаете, что вы увидели для себя неприятное зрелище. Вот буквально здесь душа, которая вот между добром и злом, да, вот между любовью и ненавистью мечется по дьяволу. Но, тем не менее, эта ситуация вас не отпускает, потому что дьявол он всегда связывает. И даже несмотря на то, что в отношениях может быть что-то плохое, оторваться от человека не так-то просто. Но здесь позиция мужчины, что он хотел бы, ну, вот, чтобы какое-то наказание вы за это понесли. Возможно, это обидные слова, которые он хочет вам вернуть. Да, подумает над тем, что будет для вас болезненно. Возможно, это поступок, который вы сделали и изобличили его перед другими людьми. И он хотел бы вас поставить в такую ситуацию. Мужчина здесь, конечно же, недоволен. Мужчина здесь, сейчас давайте еще посмотрим. Ну, он и отстраняться будет. Хотя, девочки, вот его сейчас такое вот отстранение, это больше его игра, да, вот она та пелена завесы, которую он здесь перед вами расстилает. Никуда здесь, по большому счету, он пока там отдаляться от вас навсегда не собирается, но вот желание, девочки, вам отомстить, оно есть. Давайте я посмотрю, будет ли он желание желанием, да, мысли, это тоже мысли, не всегда от мыслей переходят к действиям. До этого долгая дорога, и многие пропадают без вести, мы об этом знаем. Поэтому стоит ли вам опасаться от этого человека, да, каких-то действий? Да ему жалко будет времени, ему жалко будет сил, ему с девочки жалко будет напрягаться. Тут, похоже, лентяй. Знаете, вот пока вот горит, пока подпекает, да, эмоции там все, он злой как черт и мечтает вам отомстить.
Но проходит какое-то время, и когда он понимает, что надо что-то для этого сделать, надо поднять свою попу от дивана, и все, становится лень. Ленивый здесь товарищ. Поэтому угрожать может, воздух сотрясать может, а на самом деле ничего он здесь и не предпримет. Слишком как-то ему жалко себя, как я уже сказала, времени, сил, может быть, денег здесь жалко на то, чтобы вам мстить. Поэтому здесь особо переживать здесь не стоит. И вы, кстати, со временем, увидев, что ему все лениво, вот вы тоже как-то подуспокоитесь по отношению к нему, что знаете, что даже вот поговорить с вами, да, и попытаться вас призвать к ответу, он не может, не хочет и не будет этого делать. И как-то здесь, знаете, вот ваше равнодушие здесь начнет все больше и больше распространяться в вашей душе. Настроение что-то здесь у вас не очень показано. Ну, здесь не настроение, а здесь настрой на мужчину, уже, знаете, такое большое сомнение. Он для вас одна большая проблема, одна большая головная боль, которая, да, еще пока сидит, мысли не прекращаются. Но все больше в голове возникают мысли о том, что он вам сделал нехорошего. Да, вот все, что хорошее было, как-то оно сейчас не особо-то и вспоминается вами. А вот негативное здесь, конечно... Пожалуйста, ну, настроение или состояние мужчины, а здесь мужчина пока девочки находится. Ну, вот опять же, да, вот якорь, да, что может быть неподвижнее брошенного якоря, да, такого огромного, тонного, мало что может. Да? Так здесь ваш и мужчина. Это снова, девочки, подтверждение тому, что не будет он бежать и мстить вам, но в том числе не будет пока ничего и делать в отношении вас, там, звонить, пытаться мириться. Нужно, чтобы все у него там перебродило в душе. Ну, кстати, здесь смирился с тем, что вы его от себя вот так вот немножечко отодвинули. Говорит, ладно, хорошо, я это принимаю. Почему такое какое-то даже смирение? Ну, потому что вы были правы, и вы ему указали на его закулисные игры, возможно, на его обман. Здесь с вами не поспоришь, потому что это информация, которую при желании и другие люди могут получить. Также ваш мужчина, в принципе, может боиться, что если он сейчас будет предпринимать какие-то шаги, действия в отношении вас, да, мысленно допустить, то эта информация, она может или конфликт с вами, да, или некрасивые истории, которые мужчина прятал рядом с вами, что эта информация разлетится здесь буквально вот по миру, да, очень многие о ней будут знать. А вообще, опять же, показан здесь лентяй, да, я не хочу разбираться, я не хочу здесь что-то делать, я не побегу тебе вдогонку, буду спокоен. Настроение здесь не особо вижу мужчина. Сейчас давайте. А, ну, здесь напиши мне, позвони, сделай сама что-нибудь. Вот такое здесь настроение. Я ухожу, но ты меня догони, да, и останови. Хорошо, его мысли о вас. Что-то хорошее между вами закончилось. Также эта карта интима, да, и что? Думает о том, что нет у вас с ним интима. Это его, значит, волнует. Ему этого хочется. Ему этого не хватает, раз мысли о том, что нет близости с вами. Если этой близости не было в принципе, там, в силу расстояний и так далее, то тем более, да, здесь мужчина хотел бы с вами это здесь прочувствовать. Знаете, еще здесь безденежье, расходы, в прямом смысле мы эти карты читаем. Какие-то еще проблемы с деньгами. Такое не совсем... Ну, вот я говорю же, что здесь про секс мужчина больше всего здесь думает, если мы говорим о его мыслях касаемо вас. А этого нет. И плюс какие-то еще финансовые трудности. Вот, похоже, две проблемы,
которые волнуют мужчину больше всего. Это наличие секса и наличие денег. И поэтому две самые огромные проблемы для него – это отсутствие одного и второго. Вот и все, да? Счастливый человек, что если только две такие проблемы, его в уныние могут ввести, потому что есть проблемы куда более серьезнее, а он, видите, деньги зарабатываются при желании, вот это вот тоже. К тому же мужчина сам себе может организовать, правильно? А вот он расстраивается. Да, пора уже переходить крику его души. Давайте поговорим с его душой. Разговор с его душой у нас сегодня состоится. Давайте. Потому что здесь в шоке, видите? Здесь уже в шоке. Ну, давай рассказывай, что у тебя в душе. Ага, девочки, я начала понимать, что это конец. До него стало вдруг неожиданно доходить, что это конец. Ну, конечно, если ты ничего не делаешь. Конечно, если ты сидишь в засаде, ты ждешь, чтобы она проявилась, помирилась. И причем, девочки, как это бывает? Мужчина ждет, вы появляетесь. Может быть, не с тем настроением, с которым ему хотелось бы. Может быть, не с теми словами. Он грубо ответил или просто перестал с вами разговаривать, бросил трубку, все, не хочу с тобой общаться. А сам дальше будет продолжать ждать, да? Наивная душа сидит, ждет и, видите... Вдруг с удивлением, с таким очень тревожным, ну, удивлением, шок буквально, что, похоже, все заканчивается. Угу. Еще давай, что у тебя в душе по отношению к этой женщине? В чем твой крик? Даром потеряна, украденная. Угу. Часто бывает, что женщины говорят, он промотал мое время, потратил мое время, а кто мне его вернет? А здесь сейчас мужчина. Дорога закрыта, время потеряно, также здесь мужчина, может быть, и денежки свои, кстати, подсчитывает, да? Что вот я на нее там потратил там миллион, ну, грубо говоря, да? Утрирую, конечно же. А вот теперь мне этот миллион очень бы и пригодился. Я купил билеты, сделал ей подарки, а если бы я этого не делал, да, денежки бы у меня эти были. Ну и про время здесь мужчина тоже говорит. Что вы оказались проворнее, вы оказались хитрее. Вы оказались, девочки, в более выигрышной сейчас ситуации, нежели он. И это его беспокоит. Это крик его души. Вашего счастья этот товарищ, мой хороший, однозначно не переживет. Какой завистливый, да? Что еще в его душе? А он завистливый, потому что он всегда сравнивал и будет сравнивать, как живут другие, как зарабатывают, сколько они тратят время на работу, а в итоге получают, какое у них образование, да, там образование там 8 классов. А он там директор своей собственной фирмы и миллионами ворочает. Вот это всегда этому человеку будет не нравиться. Почему у других там любовь, морковь, достаток, а почему у меня этого нет? Любит зариться на чужое, но при этом критиковать, да, что ты недостоин, а ты имеешь. Также здесь мужчина может и о вас говорить, что... Чем ты вдруг заслужила то, что ты имеешь, да? Ты это не сама. Тебе родители дали, или муж у тебя богатый есть, или был. Или просто тебе повезло. Завистливый здесь мужчина. И тем не менее, видите, крик его души, что его мысли привязаны к вам. Он мысленно с вами связан. Это самая четкая такая мысль, что он не может о вас не думать. А вы ушли во что-то новое, видите? У вас какая-то новая полоса, новая жизнь. Крик его души, как это так? Ты живешь, у тебя все хорошо и даже что-то новое, а я даже не думать о тебе не могу. Курить вы из его головы даже не выходите. Угу. Довольна, говорит, что получила.
Это радуйся. Жадный, завистливый. Он мог этого никогда не демонстрировать, и вдруг просто вы в какой-то момент действительно сейчас просто в своей голове все пазлы сложите и скажете самой себе, а ведь действительно это так и было, а ведь действительно я видела, да, я не знаю, подарок дарил, а ручки аж тряслись, но не от того, что он волнуется, а потому что подсчитывает, сколько у него ушло на этот подарок. Потому что видите, здесь мысли какие, что мне бы эти деньги сейчас, и мне было бы легче. Так проблема финансовая не решается, жалеть о том, сколько ты потратил и на кого потратил. Да? Что он хочет вам сказать в этом крике души? Знаете, что он хочет сказать? Что если у вас появится другой, то вы его очень сильно этим оскорбите. Унизите. Эти карты униженности. Другой мужчина рядом с вами. И опять же, сила, девочки, это карта сексуальности. Это карта близости. Не хочет он, чтобы к вам прикасался кто-то другой. А еще в особенности, что если вы с этим мужчиной будете не просто в отношениях, а вы с ним будете к чему-то приходить, там, я не знаю, вместе машину купите, там, квартиру купите, вместе будете работать. Вообще ему это не понравится. Что он хочет сказать вам прямо сейчас? Что удар ниже пояса для него будет наличие у вас другого мужчины. Хорошо. А почему ты сам не станешь таким мужчиной? Ему времени, девочки, не хватило, видите? Вы его оттолкнули раньше, чем он мог бы полноценно перед вами раскрыться. Ну, вы можете сказать, что я уже все видела, спасибо, не надо. Мы же смотрим мнение мужчины. Ну-ка, стая и ворон сейчас посмотрим. Таро, стая, ворон. Я не помню, я говорила в начале видео или нет. Это оракул полной луны. Это Таро, стая, ворон. Или ворон смерти. Я еще эту колоду Таро называют. Что ты не можешь стать таким мужчиной здесь, что раньше времени вы его, и это его злит. С одной стороны, он даже пытается искать плюсы, да, не надо будет напрягаться и так далее. Но с другой стороны, видите, что вы не дали ему времени раскрыться. Не знаю, не стали ждать, не стали терпеть, там, не стали верить. Что нам вороны расскажут? Не захотели ждать. Видите? Умеренность и двойка жезлов. Вам это болото стало неинтересно? Или длительное ожидание вам стало неинтересно? Вы ускакали, видите? Карта победителя. Угу. Ускакали, что к другому мужчине, другому мужчину здесь хочется. Спокойной жизни, жизни императрицы. Угу. Хотите... щелчков ему по носу надавать, показать, что вам без него хорошо, ждать вы его не будете, рядом с вами уже есть или будет более достойный мужчина, а это так себе. Конечно, это доставляет боль и дискомфорт в его душе. Крик девочки его души, что он... не соответствует вашим представлениям о том, какой должен быть мужчина. Видите, маски-то сняты. Вы тоже прекрасно видите, какой человек перед вами. И он-то не особо, видите, здесь будет пытаться реабилитироваться в ваших глазах. Да, желание как-то вам насолить, отомстить есть, а вот задницу отодрать ему лениво. Завистник, еще тот. Всегда будут всех сравнивать. Всех со всеми. Что еще он хочет сказать вам? Ты сама выбрала за меня. Ты
Ты не стала ждать, ты не дала мне раскрыться, но ты сама выбрала, да, это твой выбор. Да, ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы семья и любовь была. Он говорит, а я что, по твоему мнению, тебе этого не дам? А ты не дождалась. Девочки, вот здесь вот ключевая фраза, что тебе надо было подождать. И тебе не пришлось бы искать другого. Я тогда сейчас, знаете, картам какой вопрос задам? А действительно этот мужчина способен дать вам то, что вы хотите видеть в мужчинах? То, что вы действительно скажете, да, это достойный мужчина рядом со мной. Способен ли он? Потому что видите, как он здесь говорит? Не дождалась, да? Сама приняла решение. Он способен вам дать. Здесь, пожалуйста, не обижайтесь, что если ответ не удовлетворит вашим ожиданиям, потому что такой вопрос сложный, да? И карты темные ответят так, как есть. Да дурак, видите, карта, не девочки. Соответствовать тому, что вы хотите, он до этого не дорос. По сравнению с тем мужчиной, которого вы в идеале хотели бы видеть рядом с собой, по описанию, по качествам, по набору характеристик. Этот слишком еще маленький, этот еще ребенок, он не дорос. Он не дорос. Да, такой вот сложный, серьезный и такой вот заковыристый вопрос. И видите, как вороны отвечают. Да дурак, нет, он не справится, слишком мал. Ума не хватит. Хотя там мы видели, извилины-то заработали. Ну, заработали. А толку? Давайте я посмотрю, что вы самого важного должны знать прямо сейчас. Что-то у меня аж как-то настроение испортилось от того, что бить себя пяткой в грудь – это одно. А когда ты начинаешь это переспрашивать, перепроверять, а в итоге это вот очередная маска. То есть вы с него маску содрали, а он пытается натянуть на себя новую. Ну, не, или эту по кусочкам склеить. Но пальто-то уже не то. Что самое важное вы должны знать о нем прямо сейчас? Он испытывает страдания, душевные страдания. И этому причина вы. И вам хорошо, а ему плохо. Что еще вы должны знать о нем прямо сейчас? Он скучает, безусловно, скучает. Девочки, ему очень плохо. Прям очень-очень плохо. А вы об этом знаете, здесь карты говорят. Здесь женщина в курсе. Кто-то ей рассказал, или мужчина дал понять статусами, может быть, какой-то грустной, разрывающей сердце песней. Ему плохо. Но он сам это заслужил. Видите, марионетка кармы. Карма чпокнет, да? Если ты заслужил. Ну, вот она его и чпокает здесь. Пусть получает то, что получает. Потому что раз по карме, значит, он сделал все, чтобы получить все то, что происходит у него сейчас. Там и безденежье какое-то, да, здесь и попытка как-то оправдать себя, там, натянуть на себя образ добропорядочного мужчины, а в итоге маски сорваны, да, и в таком вот в неприглядном виде здесь мужчина. Ну, и здесь, может быть, еще куча дополнительных нюансов, о которых мы не спрашивали, вот, и, собственно, карты нам не стали рассказывать, видимо, того, что мы увидели, и так достаточно для понимания того, что ему там не сахар, мысли у него сложные и тяжелые, эмоциональное состояние плохое, страдает, может быть, плачет где-то ночами, там скупая мужская слеза. Ну, как бы то ни было. Да, девочки, сейчас с новолуния до полнолуния пока еще действует, да.
это время, и вызов будет особо сильный, потому что он сделан именно под этот период. Кто еще не посмотрел, не обязательно этого, можете вызвать кого-то другого. Вызов действительно работает, и об этом пишут. Поэтому давайте мы смотрим карту, и я вам дам ссылочку на вызов карта звезда. Но по звезде я всегда говорю, что потерпите немножечко, вот буквально еще чуть-чуть. И вообще, чем больше вы будете ставить целей и к ним идти, тем больше они будут осуществляться. Здесь ваше желание под счастливой звездой, но немножечко попозже. Ну а вообще, да, да, ваше желание сбудется. Вот я вас с этим поздравляю. Девочки, вот он вызов. Кому нужно, пользуйтесь буквально до 19 ноября. Да, те, кто смотрит попозже видео, можете попробовать. Вот, потому что, в принципе, эти вызовы работают. Но может не так быстро сработать. Хотя все бывает. Вот, но а для тех, кто смотрит видео в эти дни, пожалуйста, нажимайте. Не забудьте поставить лайк данному видео. До встречи в новых видео. Пока-пока.